Богатый, великий, могучий. Такие эпитеты обычно используют, говоря о русском языке. Знать и любить родной язык важно для каждого жителя нашей страны. Мы открываем один из самых интересных, самых творческих наших фестивалей, фестиваля русского языка. Это, с одной стороны, один из самых сложных, а с другой стороны, самых красивых языков в мире. Поэтому мне хотелось бы пожелать, чтобы каждый из вас проявил здесь самые яркие, самые творческие способности. Фестиваль собрал победителей конкурсов и олимпиад по русскому языку, истории, культурологии. В число участников вошли 40 победителей всероссийского конкурса творческих и теоретических исследовательских работ «Слово в смене», на который было подано почти 700 заявок со всей страны. Мы долго шли к этой цели, и, наконец, эта смена, вот она здесь и сейчас состоится. Возрождение красоты русского языка, имиджа русского языка. Мы будем говорить о том, что русским быть модно. Знать русский язык – это правильно. Русский язык – это мой родной язык. Я считаю, что нельзя любить свою родину, не зная своего родного языка. Грамотная речь для человека, я думаю, это его лицо. На фестивале сменовцы посетят мастер-классы от ведущих педагогов МПГУ, примут участие в творческих конкурсах и литературных гостиных, приобретут навыки публичных выступлений. Реализовать себя каждый участник сможет, работая на одном из трех направлений. Модуль «Русский язык. Язык науки» направлен на филологические исследования. Представители направления «Русский язык. Язык творчества» примут участие в реконструкции обрядово-культурных традиций русского фольклора. Больше о межкультурных коммуникациях узнают участники направления «Русский язык. Язык мира».